Прием заявок на участие в конкурсе «Дорожный УПС» завершился. 27 марта в 16:00 стартовало интернет и СМС-голосование, а конкурсное жюри начало активно просматривать присланные работы. Основная часть конкурса «Дорожный УПС» окончена. Все, что зависело от конкурсантов, они сделали. Теперь начинает свою работу конкурсное жюри, в том числе и посетители городского портала. Любой желающий может проголосовать за понравившуюся работу на портале или отправив смс-сообщение на номер 5577 с пометкой «Портал конкурс» и порядковым номером участника. Голосование открыто до 11 часов утра 31 марта.